На улице Заводская домовладельцы массово решили благоустроить придомовую территорию. Несмотря на то, что ежегодно в период с 15 мая по 15 сентября в курортной части запрещены любые строительно-монтажные работы. Кроме того, склад стройматериалов собственники устроили прямо на газоне на муниципальной земле. Управление муниципального контроля в ходе мониторинга городских территорий выявлен факт складирования строительных материалов на прилегающей территории к частному домовладению по адресу Заводская, 40. По данному факту нарушения Управление муниципального контроля сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в административную комиссию города-курорта Анапы. Подобная картина на этой же улице, но уже по другим адресам. Здесь также в разгар курортного сезона собственники двух домовладений занялись строительно-ремонтными работами, превратив пешеходную зону в стройплощадку. Теперь на месте тротуара насыпь из песка с деревянным настилом. В результате обращения граждан специалистами управления муниципального контроля осуществлен выезд по указанному адресу, в ходе которого специалистами муниципального контроля выявлено нарушение, а именно самовольное устройство покрытия муниципальной территории. В данном случае граждане собирались сделать парковку на месте зеленых насаждений газонов. На всех нарушителей составлены протоколы. Им придется привести муниципальную землю в надлежащий вид в установленный срок. Еще одно разрытие ведется на улице Заводской возле домов 19 и 19А. Но здесь у собственников есть разрешительная документация, так как работы аварийные. Однако муниципальный контроль все равно будет следить за ходом работ, чтобы все было выполнено в обозначенные сроки и без нарушений.